Пишки, ребятки, с вами Лекс, мы продолжаем играть в Satisfactory. Уже давно мы, ребят, в нее не заходили с вами. А почему? Потому что не было ничего нового, потому что не было никаких обновлений. Сейчас вышло обновление, наконец-таки, которое добавляет поезда, целую систему поездов. Не знаю, как это все будет выглядеть, но мне даже самому интересно. Давайте попробуем скрафтить ее. Она очень дорогая, специально для вас сейчас собирал все ресурсы, то есть мне нужно было тяжелый блочно-модульный каркас, та самая последняя штука из каркасов, да? То есть 5 обычных каркасов требуется для того, чтобы сделать эту штуку. Потом компьютеры сраные собирал, тоже очень редкий материал. Ну, то есть очень сложный в изготовлении. Ну и моторы у меня были. Моторы тоже очень сложные, но при этом у меня уже производство налажено моторов. Вот такая вот фигня открывается. Электровоз, грузовой вагон, рейлвей, то есть получается рельсы. Empty платформ, пустая платформа, на которой, видимо, как раз таки и встает вот этот вот вагончик. И, разумеется, платформы вот такие вот, как станции идут, или что это такое? Это заправочная, видимо, платформа. А, нет, загрузочная платформа, это загрузочная. Здесь можно, видимо, подсоединить какую-то фигню, она загрузит, и все. И отгрузит уже на другой платформе. А это у нас станция, не знаю, в чем здесь прикол. Да, здесь она останавливается, начинает свою езду. Выбрать цель. Я все это, ребят, специально для вас накрафтил. Было, на самом деле, довольно-таки долговато. Потому что у меня все это не было налажено, производство именно этих ресурсов. Это самый сложный ресурс. Мне было не особо интересно. Капсула вернется через 14 минут. Хорошо, новые строения готовы. Спасибо, спасибо, спасибо. Я все понял. И где эта штука есть? Транспортные средства. Вот она, ребят. Вот оно. Все оно здесь. Я не знаю, с чего начать. Не знаю, как это дорого все будет стоить. Рейлвей выглядит так. О, как дорого это стоит. Она стоит вот эту вот штуку, стальную балку. Охренеть. Блин, а где мне их брать? Блин. Видишь, как дорого. Видишь, как дорого. Но в любом случае... Хотя... Фиг знает. Мне кажется, даже вот такую вот штуку, ленточку, да, поставить будет гораздо дешевле и лучше, чем строить эти поезда. Сейчас, ребят, покатаемся, поездим, попробую построить. Этот козел, блин, солнце закрывает, все еще летает здесь. Так, вспомнить бы, где у меня находится вот именно вот эта вот пластина укрепленная. Я, честно говоря, вообще не помню. Хотя... Почему-то мне подсказывает, что она у меня производится где-то здесь. Кто-то мне это подсказывает. Вау, полетели. Где-то здесь она производится, а потом подается сюда. Я ж не ошибаюсь. Вот она производится здесь. Ну, видишь, она производится и сразу отдается туда. А! Господи, я забыл, что здесь ядовитые поля. Вот у меня их 7 штук здесь, окей. Значит, нам нужно сделать так, чтобы она сейчас выдавалась мне. Да, да. То есть удаляем вот эту штуку. Пока что здесь у нас получается останавливает все производство. И ждем их здесь. Здесь, видишь, все разогнано. Максимальная вот эта фигня поставлена. Угу. Прикольно. Энергетический осколок. Вот здесь, кстати, показано теперь, сколько нам дают таких штук за определенного слизня. То есть по 5 штук с фиолетового слизня я уже вроде бы добывал при вас. Да. Поэтому не особо имеет смысл. Не знаю, может быть, что-нибудь еще новое добавили, каких-нибудь существ, еще что-нибудь, каких-то локаций. По-любому что-то добавили и просто не писали в обновлениях. Потому что, ну, камон. Самое главное, что они должны были написать, это поезд. А все остальное это так. То есть они потихоньку дорабатывают, дорабатывают, сюжет какой-то строят. Я уверен, что в конечном счете мы что-то увидим интересное. Но пока что ничего не понятно. Вот сколько у меня энергии вообще в данный момент есть. Мощность 1363 мегаватта. Потребление, видишь, всего лишь 1000, а около 1000 идет. То есть оно колеблется постоянно. Поэтому надо будет еще один не угольный поставить, да, получается, а топливный генератор. Потому что у меня уже топливо используется. Не знаю, такое, не такое. И там надо будет, кстати, кое-что изменить. Хотя, насколько быстро здесь все это создается, вот что еще вопрос у меня какой. Ну, создается потихоньку. Я не знаю, может быть, эту штуку ускорить. Давай посмотрим, что там по производству идет. Может быть, как раз-таки сейчас ее ускорим. То есть, стопорится ли производство? Нет, не стопорится. То есть, он по максимуму производит, как может.
И железной руды. Как может производит, и все. На этом заканчивается. Так, а что у нас здесь получается? Отсюда идет железная руда, поступает. Ну вот здесь очень много железной руды. По сути, можно сделать еще один вывод. Я же правильно понимаю, это вывод? Или вот? Сделаем так. Что у нас здесь получается? Ну и так оно поступает, в принципе, очень быстро. Хорошо. Сделаем еще один конвейер такой. Как он там называется? Я уже все забыл, давно не играл. Как же ты там называешься? Производством нужно, да, получается? Верстак, плавильня. Это плавильня, наверное. Да, плавильня, все верно. Плавильню берем. Ставим ее еще раз сюда. Не хватает чего-то. Прутья и проволоки. Окей, понял вас. Прутья и проволоки у меня все должно быть здесь. Так, мне, пожалуйста, прутья. И проволоки. Вижу прутья. Проволоки бы, конечно, побольше. О, как раз. По заказу, все по заказу. 119 выкину, а это оставлю. Так, и сейчас мы тогда ускорим все это производство, потому что там как раз таки у нас топорится. Видишь, вот этот вот. Да, уголь, или уголь, говорю. Железо стопорится, железная руда здесь. А вот не понимаю, почему она здесь так медленно идет. Надо ускорить производство, видимо, здесь. Да, да. Раз, два. Два раза хватит. Да, два раза хватит. Все, теперь у нас гораздо больше его, этого железной руды. Ставим плавильню. Рядом с этой. Оп, готово. Здесь ставим вот такую штуку. Не понял, не хватает. Чего-то не хватает, говорит. Ага, пластин мне не хватает. Да что ж такое-то? Видишь, платформы-то из пластин, получается, создаются. Вот всегда так. Давно не играл, тем более, так еще и видишь. Много всего требуется. Я уже не помню, что именно. Ну, сделаем так пока что. Ну, не хочет. Говорит, что захожу на чужую территорию. Блин, это точно вход? Ну да. А почему не хочет-то? Ты что, оборзела совсем? Ну? А почему? Не понимаю ничего. Или это вход? Ну ладно, удаляем. Плавильня поставится немножко дальше, я понял вас. Это точно вход, это уже 100%, я увидел. А, так это выход у нас отсюда идет, я понял вас. Я только сейчас до меня дошло. То есть это не такой тройник, о котором я думал. Тогда сложнее все получится, да? Нужно еще один тройник ставить. Разветвитель. Ну, давай попробуем поставить здесь разветвитель. Вот так вот сделаю. Здесь тогда ставлю. Вот эту штуку удаляю. Вывожу этот разветвитель сюда. Мне вот сюда его нужно вывести. Хотя, что я делаю? Это ж не отсюда нужно выводить. Отсюда. Вот отсюда нужно вывести его сюда. Готово. Этот сюда. И этот вот сюда. Готово. Отлично. Здесь нужно подключить к энергии. Я уже все об этом забыл. Обо всех этих штуках. О, как раз. Отличненько. Работает? Че ты? А, нужно наладить. Что мы здесь будем делать? Железные, конечно, железные слитки. Давай одну штучку сюда поставим. Я думаю, этого хватит. Ну, сейчас у нас вот эта вот штука будет заполнена просто.
весь конвейер. Удаляем его. Здесь опять-таки соединитель ставим. Блин, это такую штуку мне не надо. Я на второго уровня буду ставить. Раз и два. Готово. Все, пошло дело. Пошло дело вроде бы. Здесь, конечно, нужно будет вот такие вот усиленные ставить ленты. А давай, наверное, прямо сейчас и поставим. Блин, надо будет все это вообще усилить. Просто все ленты полностью прокачать до максимума. То есть до максимального уровня. Так, здесь у нас по-любому уже 100. Пока мы уходили, видишь, получилось как раз-таки нужное количество. Для чего это все делаю, если кто не понимает? Я сейчас буду строить железную дорогу. Для железной дороги мне нужно именно вот эту вот штуку. То есть берем Q, нажимаем, нажимаем транспортные средства, нажимаем Railway. Вот Railway тебе. Вот тебе Railway, так называемый, да? То есть рельсы. И мне нужно будет эти рельсы просто вот так ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду ставить до нужного пути. Вопрос только в одном. Как это все в конечном счете будет работать? В любом случае, мне нужно сначала поставить такую вот станцию. Здесь опять-таки требуются тяжелые блочные модульные каркасы. Охренеть, да что ж так все дорого-то? Что там еще не хватает? Компьютеры еще нужно. Охренеть, да что ж такое? Почему настолько все дорого? Окей, ладно. Разберемся. Но это очень дорого, если честно. Это гипердорого. Так, давай посмотрим, сколько у нас вообще потребляется энергии. Ну, ты видишь, уже гораздо больше потребляется. Я вот подключил один литейник новый, да? И все, и пошло дело. Пошла работа. Здесь, видишь, постоянно теперь железо у нас приходит. В большом количестве. Оно, видишь, застаивается аж здесь. Хотя здесь нет, сразу идет. Видишь? Не-не, здесь нормально, нормально все. Может даже ускорить этот конвейер. Давай, наверное, так и сделаем. Го, возьмем этих... пластин, или как они называются. Сейчас скажу, как они называются. Вот этих вот штук. Все. То есть здесь пока что оставим так же. Вот здесь вот. Не буду ничего ускорять. А вот здесь вот как раз таки поставлю ускоренные. Максимального, так скажем, уровня. Так. Сюда. Сюда. Сюда и сюда. Готово. Теперь производство будет супер ускоренное просто. Просто мега супер ускоренное. Так, здесь что у нас происходит? Здесь оно, видишь... А, ну здесь у нас вообще стопорится, потому что настолько быстро производится, что... Не-не-не-не-не, потихоньку уходит все-таки, видишь, потихоньку, помаленьку уходит. Сейчас будет... Вот это вот стопорение, оно исчезнет. Хотя фиг знает. Может быть, и там застопорится, и там начнется. Сейчас увидим все, сейчас все увидим. Все супер. Где моя штука-то это? Еще 67. Сортировать. Так, ладно, пока что отсюда сваливаем, да, я так понимаю. Главное не забыть то, что я сюда не поставил эту фигню. Смотрим, что мне нужно. Блочные эти штуки и компьютеры. Здесь то же самое требуется. Компьютеров здесь меньше, чем блочных каркасов. А здесь, смотри! Чё это такое-то вообще? Эта платформа строится для того, чтобы создать какое-то пустое пространство. А, типа можно было, чтобы ящики ставить или что? Я вот не понимаю, для чего это. Ладно, разберемся с этим. Пока что я не понимаю, для чего вот эти все штуки. Понимаю, для чего нужна стартовая платформа, для чего нужны рельсы и все. Дальше уже мне ничего не понятно. Давай-ка эту штуку доделаем тоже. Потому что в будущем мне в любом случае понадобятся эти штуки. В огромном количестве. Какие штуки вы думаете именно этим? Винты. Винты очень важная вещь. Они практически везде используются, и поэтому нужно вот здесь вот поставить такой вот ускоренный конвейер, чтобы они уже туда ушли. Видишь, у меня здесь, видимо, полностью заполнено. Да, полностью просто заполнено, ты представляешь? То есть оно отсюда вот идет. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Со скоростью света просто. Офигеть. Поступает сразу в этот ящик.
тоже со скоростью света. И скоростью света подается туда. Смотри, как она ускоряет. То есть я даже не знаю, что будет лучше. Railway или вот эти вот штуки. Потому что эти штуки, это гораздо, по-моему, круче, чем Railway. И тем более здесь и ресурсы сами поставляются, да, по этой штуке. По ленте. И помимо ресурсов... О, привет. Думаю, кто здесь летает? Это мой дрон приехал. Капсула. Вот, в общем-то, я рассказал, да, вам в чем прикол. Сейчас мы должны сделать каркасы себе. Каркасы делаются из таких каркасов, из этого, из винтов и из чего-то еще. Сейчас надо вспоминать, из чего. Винты в любом случае мы сразу берем. Потому что винтов там больше всего требуется. Каркасы. Тик. И что-то еще. Кабеля. Вроде бы кабеля. Готово. Спускаемся на дно. Что мне сейчас это нужно сделать? Сейчас сделаем тогда каркас. Компьютер у меня какое-то количество есть. То есть, я не помню какое. Вот хватит ли мне? 9 штук у меня их есть. Блин, мне их некуда складировать там. Так, ладно, тогда выкидываю что-нибудь отсюда, да? Вот эти 49 штук. Компьютер вкладываю себе. А у меня каркасов тоже нету. А, вот эту штуку можно выкинуть, что это я. Тырр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 r Блочно-модульный каркас мне не нужен, мне нужен тяжелый блочно-модульный каркас. Мне нужно их дофигища. Ну, 20 штук как раз-таки у меня вроде бы. А в другом... Не, давай сделаем штучек 10. Потому что, мало ли, там нужны будут еще и другие ресурсы, которые требуются для строительства тяжелого блочного модульного каркаса. То есть для... Эти, может быть, ресурсы также требуются и для рельс. Все, ставим станцию. Да, не хватает для станции. Аллилуйя. Вот, целых 8 компьютеров используется для станции, офигеть. Не многовато ли вы жрете, а? Я бы, знаешь, куда станцию поставил? Я бы поставил ее куда-нибудь сюда. Или даже вон туда вот. Это будет идеальное место просто. Видишь, она никуда не вмещается у меня здесь. Вот я не знаю, наверху, если можно будет сейчас поставить ее сверху, это будет идеально, ребят. То я ее ставлю сверху как-нибудь, каким-либо образом. Ну да, вот здесь как раз-таки построить эту штуку. Да, я здесь и поставлю. Давай посмотрим, как строятся вот эти вот фундаменты и все остальное. Что здесь за фундамент используется? Такой? Не, здесь более плотный вроде бы используется. Нет, то он и есть. Ну что, строим? Сейчас за цементом надо будет сгонять. Так. Готово, готово, готово и готово. Вмещается? Давай проглядим сразу. Поглядим. Транспортное средство, станция. Не понимаю, вмещается или нет. Во, вмещается. Во! Отлично! Но нужно поставить ее не так, а вот так вот. Вот. Пол слишком пологий, да? Что ты обманываешь? Я ж тебе не верю. Во, здесь... Нет, тоже слишком пологий. Да быть такого не может. Ну что ж такое-то? О, здесь не пологий. Если ее вот так боком ставишь, то пологий он везде. Как так-то? Не понимаю. Ладно, давай еще одну сделаем. А так если? Или наоборот, опять-таки здесь не хватает. Давай еще сделаем. Попытка, как говорится, не пытка. Ну все, у меня нет фундамента, а там как раз таки нужен был фундамент, правильно? Фундамент, говорю. Вы поняли, про что я. Ладно, погнали. За цементом.
Раз-два, сортировать. Девяточку выкидываю, соточку ставлю. Готово. Так, поднимаемся опять наверх. Блин, ну это будет идеально, если у меня здесь будет поезд. Это будет супер идеально. Но вот вопрос. То есть мне придется прям вот такой вот пол строить по всему этому месту. Ну или как объяснить это? На всем расстоянии. Во! Аллилуйя! Что-то построилось, ребят. Что-то построилось. Настроить следование станции. Здесь нужно ее запитать в любом случае. Потребление, видишь, идет отсюда. Ну, тоже. Сколько она требует, я не знаю. То есть берем, ставим здесь. О, нифига себе. Прикольно. Видишь, она поставилась в воздухе. Так, нужно построить здесь этот. Электростолб. Вопрос лишь один. Куда его построить? Ой. Давай сюда. И теперь другой вопрос. Есть ли у меня свободные сети? Видимо, нет. Надо искать. Надо искать. Так, вот соединение. Вот соединение 4 из 4. Ух ты ж, блин. Пятей-то нету. 4 из 4. Блин, придется сейчас новую ставить, да, видимо, еще одну. Так, электростолб. Четыре из четырех, четыре из четырех. Нужно чего-то отсоединить. Эту фигню. Ну, давай, да, попробуем так. Я ж могу присоединить, получается. Вот эту, к примеру, сейчас удалю. Не, вот эту. Соединю ее вот с этой вот. Готово. И вот эту соединю с этой. Готово. Теперь нужно вывести его вон туда. Вывелось, супер. Все, запитали. Запитали станцию. Блин, выглядит станция прикольно очень. Мне нравится. Видишь, какая скоростная лента. Уи! Ой. Так, запитали, хорошо. И что у нас здесь есть? No power. В смысле no power? Какой это? Что значит no power? Как-то no power, если... А, точно, я еще не подключил ее. Лол. Так, все, подключили. Теперь есть power. Yes, power. Ого. Вот у нас эта штука, timetable. Это, видимо, когда приходит поезд. Интересно. Здесь можно чем-нибудь залезть, посмотреть? Я видел, здесь лестница есть. Да, можно подниматься по ней. Окей, прикольно. Мне это не нужно. Все. То есть дальше мы только строим сами рельсы. Транспортные средства, рельсы. Но вопрос, могу ли я строить в воздухе их? То есть, к примеру, хоп. Построилось, да? Ого, нет, не построилось. Нет, не могу в воздухе строить. То есть я вот так вот должен строить, видишь? Так же, как, в принципе, и ленты эти идут. Не транспортные, ну вы поняли. Грузовые. Да-да-да, все верно. То есть мне нужно построить следующую платформу, такую же. Для того, чтобы на этой платформе я уже построил рельсы. А поезд сколько стоит? Поезд стоит моторчики и компьютеры. Ни компьютеров, ни моторчиков у меня вроде бы нету. Пипец. Вот так вот это все долго, ребят. То есть в этой серии, видимо, мы уже с вами не сможем посмотреть. Так что сейчас я просто сгоняю по миру. И в следующей серии мы уже с вами обязательно... Покатаемся на поезде. Я уже буду строить за кадром этот поезд. Если какие-то нюансы возникнут, я обязательно их запомню и вам сообщу, что там происходит, да? Что я запомнил именно. Так, здесь обновлю, потому что странно, то, что здесь половинка идет такая, а потом хоп, резко другое меняется. Такого не должно быть. Угу. Так, здесь у меня не закончилось. Заканчивается потихоньку. Здесь у меня...
потихоньку тоже что-то происходит. Раз, два. Это не могу взять, значит, это я удалю. Оп. Это я тоже удалю. Все, здесь мы перевыносим эту штуку, потому что, видишь, у меня здесь делается не то, что надо. Так, здесь мы продукшн, точнее, рецепт меняем на топливо. Эту штуку забираем. И топливо, разумеется, выводим отсюда вот сюда. Потому что топливо потихоньку заканчивается, этого нельзя допустить. Видишь, потихоньку, помаленьку все-таки заканчивается. Смотри, бочка стоит, прикольно. Так, как бы мне так сделать? Надо что-то удалить. Что буду удалять? Не знаю. Нечего удалять, все очень важное. Да, значит, ничего не буду удалять. Просто хотел засунуть сюда. Ну ладно, пофиг. Так, сейчас мы тогда полетели туда. Можно, в принципе, и поехать. Машину дождаться. Опа, полетели. Я думаю, вы не забыли, что у меня еще такая штука осталась. Так, подожди-ка. Это что такое? Это так и было, интересно? Да, вроде бы так и было. О, микросхемы. Не хватает места. Надо что-нибудь очистить. Блин, компьютер выкидывать ради микросхем. О, болты. Болты, винты. Блин, здесь такое ощущение, как будто обновилось это место. Или я просто не подбирал здесь практически ничего. Здесь я открывал все. Машина не видно. Я вот не помню, я здесь делал что-нибудь? Неужели я здесь не делал платформу, чтобы полететь дальше? Странно. Ну погнали. Или я долетал еще дальше? Вот в чем вопрос. Навряд ли я дальше долетал, но можно прямо сейчас построить, я так думаю. Транспортная лента должна крепиться к транспортной стойке. То есть берем, делаем стойку на десяточку, да? И вот здесь мы ее пихаем сюда. Раз. Так, на девяточку, наверное, можно. И два. И три. И четыре. Сейчас спихаем тогда сюда, хопа, вот эту фигнюху. Готово. И все, она ускоренная теперь здесь стоит. О, машина, видишь, едет. Грузовая. Здесь есть эта платформа. 9 3/4. Она где-то здесь еще должна быть. Слизень все еще так же здесь. Которого я достать, помните, раньше не мог. Наверное, сейчас тоже не смогу, поэтому даже пытаться не буду. Здесь все так же живое. И невредимое. Здесь, кстати, руда какая-то интересная. Надо будет ее потом добыть. Инопланетная, так сказать. Ну вот мы здесь опять. Мы опять здесь, мы дома. Видишь, здесь опять-таки платформа стоит, чтобы можно было уйти отсюда. А это что такое? А, это сброс. Ясно, сброс груза. Все-таки машинка, видишь, доставляет им туда топливо. Но нужно ли нам оно там... Фиг знает. Но видишь, ничего нового как такового я здесь не увидел. Я бы, конечно, сохранился бы. Все, сохраняюсь. На всякий случай. Сейчас полечу куда-нибудь влево. Хотя, блин, нельзя, да? Придется потом оттуда, с этого лева, также лететь обратно.
Так, я живой. Видишь, здесь подъемчик такой. Как раз таки, видимо, я отсюда и прыгал раньше. Так давно не играл, просто вот ничего не помню, что у меня здесь было. Но вот эти штуки восстанавливаются опять. Какие-то хорошие новости. Во, вот это я понимаю. Найс. Мы с такими темпами уже скоро будем дома. Здесь опять ускорялка была. Но она, видишь, другую сторону ускоряет, я не знаю. Хотя можно было и вправо. Не, сейчас мы просто сразу же должны были долететь. У меня здесь еще есть новая всякая руда, видишь, но я не могу ее использовать. То есть я ее нашел еще давным-давным-давным-давно. И только вот сейчас вышло обновление. Я до сих пор не знаю, где ее использовать, эту руду. Ничего разработчик не говорит. Вот машинка, кстати, едет. Кто не понял, что она автоматическая, то вот. Наглядный вам показатель того, что она автоматически все делает. Так, здесь у нас ускорен. А, вот, точно, у нас же ускоренный этот уголек. Уголек-то у нас ускоренный. В эту сторону уже можно лететь спокойно, со всей скорости. Ну, в общем, да, в следующей серии я уже, получается, буду строить с вами. Ну, точнее, я уже построю, скорее всего, в следующей серии то, что мне нужно. Именно рельсы. И, видимо, буду скоро обустраивать рельсами всю планету. Для того, чтобы можно было ездить по определенным локациям. И смотреть, что там происходит, что нового есть. И так далее и тому подобное. Мне лично это интересно, надеюсь, вам тоже. Это была игра Satisfactory. С вами был Лекс. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите в комментариях. Не забываем подписываться в ВКонтакте. Ссылка в описании и в шапке канала. Спасибо за просмотр. И всем добра.